С вами снова я, дизайнер собственной счастливой жизни Мила Зверева-Новикова. Вот снимаю возле гостиницы «Беларусь», Минск, страна Беларусь. Завтра здесь будет праздник. Сейчас что-то, каждые выходные какие-то тусовки. В Беларуси приехало очень много спортсменов из различных стран. И вот заходила в обменник. Заодно здесь есть магазинчик. Продают ручной работы белорусский шоколад. Горький, молочный, белый, с различными интересными натуральными добавками, с облепихой, с клубникой сушеной, орехами, сухофруктами и так далее. Ну, вот вышла, я люблю очень машины, люблю мотоциклы, люблю самолеты, яхты, паровозы, пароходы, автобусы и так далее. Короче, технику, велики, ролики. И вот такие машинки, наверное, они участвуют в ралли. Белорусский, да, драфт-бай, да, вот, номер 50-й. Палтос, близко ко мне. Не только недавно было 50, но не мне, моему паспорту. Как раз актуально. А еще у меня вот любимое число есть 11 и 21. Это помните, как пел Круг, Владимирский Централ, да? И короче, там есть про 21. И вот такой вот автомобильчик Драфтбай, чемпион Беларуси по дрифтингу, номер 21. Вот, может, это наши белорусские чемпионы. А вот, ну, тут такие иностранные мужчины щебечут. Вот такой вид из Беларуси на бывший проспект. А вот течет река, уже стоят палатки, звуки слышны со сцены. Завтра будет народ гулять. Ну, кстати, по рекламкам, которые они тут разбросали, кстати, вот вдалеке есть, я вам покажу, память Александру Сергеевичу Пушкину. Вот можно увидеть, видите, вот как раз вот близко фонарик, и вот слева постамент Александра Сергеевича Пушкина. Вот, и поговорю, что завтра будет выступать здесь «Машина времени» легендарная. Вот, кстати, спортсменов целая куча чешут вот в гостинице «Беларусь». На самом деле, весь холл гостиницы будет занят спортсменами. Как раз-таки вот дворец спорта. А, возможно, вот как раз-таки вот белое здание, они оттуда. И, наверное, какие-то там были, возможно, соревнования. Вот. «Машина времени», да. Какие у нее классные песни, реально легендарные. Я помню, давным-давно, вот когда только там у нас начинались в школе дискотеки, и вот как только предоставилась возможность попасть на такую дискотеку, был живой у нас ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, и пели они песни «Машины времени». И это было очень круто, поверьте мне, мы отжигали, божили по полной. Ну вот, вот спортсмены насыпались на эту площадь.
Вот такие они спортсмены, замечательные, так их много. Вот машинки. Лето, 24 августа. Вот так быстро пробежало лето. Лето так ждешь. Оно так быстро пробегает. Ну, это лето было чудесное, просто волшебное. Такое теплое, солнечное, зеленое, яркое, красивое. Собственно, на этом все. Желаю вам благополучия, свободы, любви, радости, всего-всего, чего сами себе желаете. Увидимся, услышимся. Пока-пока. И на закуску любимая фраза. Я вас люблю. Нравится вам это или не нравится, я все равно вас люблю. Пока.